В Государственном департаменте заявили, что более 24 тысяч американцев остаются за границей и нуждаются в помощи, чтобы добраться домой. По словам официальных лиц, с начала вспышки COVID-19 Государственный департамент помог вернуться в США нескольким десяткам тысяч американцев. Мы привезли больше 23 тысяч человек из более 50 стран домой, и мы продолжаем работать. Этот процесс продолжается. Если они являются гражданинами США, и они находятся за границей, очень важно, чтобы они зарегистрировались на странице интернет step.state.gov, чтобы вся информация была бы доступна для них, чтобы они смогли были связаться с посольством и тоже с Госдепартаментом. Тоже там есть срочный номер, если им нужна срочная помощь. Пока есть коммерческие варианты, коммерческие рейсы, мы пытаемся соединить люди с этими вариантами, если есть коммерческий вариант. Если уже нет коммерческих вариантов, тогда есть возможность организовать чартерные рейсы. И мы организовали уже более 200 рейсов из 50 стран с 29 января этого года.